В нашей столице началось благоустройство зеленых насаждений. Сегодня сотрудники муниципального предприятия Ассоциации зеленого хозяйства работали во всех секторах Кишинева. Шум газонокосилок и запах свежескошенной травы. Мы на бульваре Дичибала на Ботанике. Здесь трудятся 15 сотрудников предприятия. Рабочие говорят, что работают аккуратно, особенно возле машин. По трассе сложнее, машин много, и нужно стараться их не задеть. А может и камешек вылететь, и что-то повредить, а потом нам платить. Их не раздражает громкий звук работающих газонокосилок. Напротив, они счастливы, что траву не приходится косить вручную. Я уже привык, столько лет уже работаю, и тело, и слух привыкли. Какая работа, ну куда деваться? Работать надо. Молодые сейчас не очень-то на такие работы, видите. Приходится нам. У нас всегда есть работа и в дождь, и в жару, и когда ветер. Работа не прекращается. И кто, как не женщина, умеет ухаживать за цветами. Поэтому в столичном секторе Рыжкановка бригада рабочих подготовила землю для посадки цветов и травы. Мы подготавливаем землю к посадке цветов и посеву травы. Обычно в начале мая сотрудники муниципального предприятия Ассоциации зеленого хозяйства занимаются уборкой аллей, парков, в их ведении вывоз мусора, листвы, сухих веток, а также полив деревьев и кустарников. Ежедневно около 224 человек трудятся по всему городу. Светлана Турку, Евгений Гуменюк, Дмитрий Паршуков, Акчент ТВ.